Всем здорово, народ! Вы на канале Бублик Channel, и сегодня вышло очень крупное обновление в CSGO. Добавили новую операцию, и с ней добавили скины на персонажей. Да-да, на наших... Блять, как посмотреть? Вот так. Вот. Теперь. Также добавили новый кейс. Расколотая сеть. Сама операция также называется Расколотая сеть. С таким красивым логотипом паучка. Вот. Вот так вот выглядят наши новые персонажи со скинами. Да, естественно, это все не бесплатно. Как вы еще думали, это будет бесплатно? Да сейчас. Но я могу сказать то, что реально красивые скины. Очень, очень круто они выглядят. Вот этого я бы себе взял. Честно. Очень классно выглядит. Также, что хочу сказать. Сами скины на персонажей, как они называются, агенты. Ну, так как называют сами агенты. А также разделяются на такие классификации, как обычные скины. То есть, красное, как мы понимаем, это будет самое дорогое. Розовое будет чуть подешевле. Фиолетовое еще подешевле. И... ну, это не голубой, это бирюзовый скорее. Я не знаю, я в цветах не очень силен. Ну, будем считать, что это голубой. Или голубой у нас. Вот. И это самое дешевое. Вот так, кстати, выглядят агенты самые дорогие. Это вот, понимаем, террорист. Еще один террорист. Спецназ. Женщина. Я просто... Толерантность. Хорошо, хоть террориста женщины нет, или есть. Или есть, нет. По-моему, нет. Это вообще чистый Blackbeard. Кто играл в радугу, тот поймет. Я вам отвечаю, вот это Blackbeard. Борода, правда, не черная, но не важно. Вот этого я бы себе взял за террористов. Мне нравится его кофточка. Опять же. И теперь давайте вот этих посмотрим, ребят. Здесь тоже прикольные. Это жертва БДСМ. Это... А, у этого тигр на спине. Этот просто весь обмундированный. Это гопник местный. Сразу понятно, пацан с России приехал. А это... Это CJ. Да, CJ в CSGO добавили. Вот, также добавили новые коллекции. Коллекция Canals. Коллекция сервер, север и коллекция марк. И здесь я могу сказать очень красивые скины. Вот эти вот, кстати, вот ширпотреб, тоже такой, типа, кто ширпотреб давно ждал. Думаю, они обрадуются. Посмотрите, какой красивый коллаж. Ладно, вон, не такой же красивый. Вот это прям четко, четко, дикая лилия. Мне очень понравилось вот это АВП. Посмотрите, как она прекрасно выглядит. Ну, реально крутая. Гунгнир. Также по 90, ну, такой себе. Дигл прикольный. Ауг, ну, тоже такой себе, честно говоря. Каналы, тоже очень красивая АВП. Макс 7, очень, блин, какие красивые скины добавили в этот раз. Ново, и заметили, они все в похожей тематике. Какая-то хохлома, что ли, не знаю, ну, не суть. Какой-то. И сам кейс. Что он у нас в себя включает? Он включает очень красивый МАК-10. Вот только посмотрите на это. Ну реально очень красивый. Не скажу, что очень, но красивая АВП. Согласитесь, такой токсичный зеленый цвет. Мне нравится. А муха тоже неплохая. И очень сильно мне понравился АУК. Вот прям АУК очень зачетный. Так, что у нас добавили еще? У нас добавили миссии, за которые мы будем получать звездочки. Я же не... Нет, отмена, я не хотел заходить. Мы будем получать звездочки, а эти звездочки копятся вот здесь. То есть одна звездочка, мы получаем вот эту медальку, вторая звездочка, мы получим новые граффити, потом еще вот такое граффити. А, это наклейка. Да, мы наклейку вот эту вот получим. Вот эту вот. Кейс получим, вот так и так идем. И опа, на 28 уровне мы получим
награду из этой коллекции. Похоже, один из персонажей нам откроется. Так, идем. Вот здесь нам откроется на 52 уровне, и на 100 уровне нам откроется кто-то из вот этих агентов. Очень интересно. Не знаю, вот мне эта операция нравится, она прикольная. А сам проф, он стоит 970 рублей. То есть, кладете косарь, покупаете. И нахера оно вам надо, я не знаю. Так вот, ребят, по сути, все я вам рассказал в таком быстром формате. Да, вот здесь мы с вами не поиграли, но я думаю, если под этим видосом, если этот видос вообще зайдет, я поиграю в эти миссии. Пытаюсь их пройти, а пойму, наверное, пропуск. Но это все тоже зависит от того, как пройдет этот видос. И чуть не забыл, прям вот чуть-чуть осталось. Добавили новую карту, студия. Или студио. Студио. Вот. На ней мы потом тоже поиграем. Сейчас у нас такой, знаете, фаст-фаст, прям быстрый обзор обнова. Изменили немного интерфейс. Вот здесь теперь можно поменять террориста, можно поменять спецназовца, можно поменять ему оружие прям сразу. О, ля какой. И как я понял, теперь особого разделения на спецназ и террорист, возможно, я ошибаюсь, но я просто заметил одну вещь. Вот, смотрите, у нас есть местный агент спецназа и местный агент террористов. То есть, у нас не будет различий... Вот, у меня только один спецназовец, видите? Есть предпосмотр анимации в конце игры. Это божественно просто. Вот, и у нас теперь только два персонажа будут и скины. Вот так вот это, походу, теперь будут выглядеть мои медальки. Это мои граффити. Ладно, все, не важно. Короче, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я вот посмотрю, как этот видос зайдет. И, возможно, мы поиграем еще и в операции. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.